показывает все. Он говорит, сейчас будет плохо показывать, потому что я там поменяла, вот видите, она у меня в руках. Ну, я ей доверила, открыла. Непрошенный гость появился на пороге Людмилы Александровны с коробочкой в руках, испачканных в побелке. Хозяйке квартиры он представился телемастером, пообещал настроить каналы. Работу начал с кухни. После, оставив пенсионерку следить за процессом, отправился в спальню. У него бегали глаза. Вот он, его было невозможно просто уследить за ним. Вот он просто прям вот так, шустро. Он суетился и шустро бегал ко мне в спальню. Вот. А я вроде как бы и не доверяю, и в то же время думаю, ну как-то это, вот делает же телевизор, прям знает, куда нажимать, вот пульта 3, и он за один все знает, как телевизор разный, за второй, думаю, ну наш все-таки мастер. Телемастер через несколько минут ушел, прихватив с собой 3000 рублей и планшет. Людмила Александровна позвонила в компанию, где ей сказали, что сотрудника по указанному адресу не направляли и посоветовали обратиться в полицию. Благодаря грамотно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям на следующий день мужчина был задержан сотрудниками оперативно-сыскного отдела УМВД России по городу Саратову. Ходил в квартиру, представлял сотрудника медучреждения, крал деньги. Материальные проблемы были тяжелые. Угу. Работать не пробовал? Пробовал. Никуда не берутся деньги. 27-летний мужчина, неоднократно судимый за аналогичные преступления в настоящее время, подозревается в совершении серии краж на территории Саратова. Предварительная сумма ущерба, нанесенная гражданам, составляет более 50 тысяч рублей. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом В, часть 2, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий этого мужчины, обратитесь в полицию по телефонам, указанным на экране. Сотрудники МВД России по городу Саратову призывают граждан быть бдительными. Не открывайте двери незнакомым людям. Не впускайте их в свои квартиры. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Вести, дежурная часть, Саратов.